Привет! В сегодняшней программе мы с вами рассмотрим оружие персонажей «Звездных войн», который называется «Световой меч». Этот световой меч раздвигается на 45 сантиметров, светится, а также воспроизводит магические звуки. Ну что ж, давайте поэкспериментируем. Для того, чтобы все это увидеть, нужно нажать на кнопочку на ручке меча. Световой меч можно как разложить, так и сложить. Но и это еще не все. В комплекте также есть 6 дротиков, которыми можно стрелять. Но будьте очень осторожны, дротики действительно очень сильно и далеко стреляют. Перезарядим и выстрелим еще раз. И еще раз. Противник точно будет побежден. Для удобной перезарядки патроны помещаются в специальные углубления. Для того, чтобы их быстро и удобно было найти и перезарядить. Световой меч – это фантастическое оружие, встречающееся в научно-фантастических фильмах и рассказах. Представляет собой высокотехнологичное устройство, генерирующее мощный энергетический клинок, замкнутый в периферическую дугу. Наиболее известен по фантастической саге «Звездные войны». Созданный как для элегантного боя, так и для церемоний, световой меч был особенным оружием, сам образ которого был неразрывно связан с миром джедаев. Клинок, лезвие которого состоит из чистой энергии, испускаемый из рукояти, чаще всего созданный владельцем оружия, исходя из собственных нужд, требований и стиля. Из-за уникального баланса меча его вес сосредоточен в рукояти. Крайне сложно управляться с ним без особой подготовки. В руках мастеров, владеющих силой, таких как джедаи или их темные собратья ситхи, световой меч внушал огромное уважение, даже страх. Умение владеть световым мечом означало наличие невероятного навыка и сосредоточенности, равно как мастерскую ловкость и гармонию с силой. Собрать все атрибуты и куклы персонажей саги вы сможете на нашем сайте megadiscount.pl. Ну а создать понарошку «Звездные войны» вы сможете со своими друзьями. На этом я прощаюсь с вами. До свидания.